«Мир без слез» – благотворительная программа от банка ВТБ. Она направлена на помощь детским медучреждениям. Проект существует 16 лет и за это время охватил 52 региона, в том числе и Алтайский край. За период существования на оборудование, расходные материалы и лекарства для детей банк потратил больше 400 миллионов рублей. Сумма наша увеличилась вдвое. Если ранее она составляла 1,5 миллиона рублей, то на сегодня она уже достигла 3. Вот. На этом, естественно, мы не останавливаемся, двигаемся дальше. Хотим повышать качество тех услуг медицинских, которые требуются нашему младшему населению для их, так сказать, выздоровления и правильной, полноценной жизни. Для перинатального центра «Дар» эти деньги – возможность сохранить здоровье большему количеству недоношенных новорожденных. Уже начались торги на закупку специального УЗИ-аппарата для исследований головного мозга младенцев весом от 500 граммов. Данное обследование позволит нам прогнозировать какие-то осложнения, связанные с недоношенностью, корректировать терапию, направленную на сохранение максимально неврологического здоровья недоношенных детей. Барнаул уже участвовал в программе «Мир без слез». Первым подарком стала открытая реанимационная система детской городской больницы номер 7. Кстати, чтобы получить помощь, больницы оставляют адресные заявки. Поэтому благотворительная программа, скорее всего, поможет барнаульским детям еще не один раз. Полина Жданова, Николай Шилко. День с толком.